Необычно я сейчас явление встретила. Просто. Смотрите, он даже защищает свою кровку. Охренеть. Отдал. Короче, Гаврик только что сам взял и начал жевать игрушку. Это настолько необычное для него... Дай, не пищи. Настолько необычное поведение для Гаврика. Просто не то, что это необычное, это прям эксклюзивное поведение. Я такая... Сидя, Лео сразу так тихо. Дай мы заснимем это. И не получилось. Смотрите. Лео, нельзя. Ладно, тут такое давление идет, что не получится. Он даже рыкнул на Лео, чтобы Лео не подходил к его игрушке. Охренеть. Просто. Это мега необычное поведение для Гаврика. Я в шоке. Жаль, не смогла для вас это полностью заснять, но он там лежал и жевал эту пищалку, хотя он не играет с игрушками самостоятельно. Он такой же, как вот эта женщина, которая всегда спит. По жизни спит. Просто сон — это ее жизнь. Она не играет. И он как бы не играл. А тут, походу, Фаня, он видит Фаню и, походу, понемножку меняется. И это очень хорошо. Мой зайчик. Ты такой умничка. Ты такой молодец, мой зайчик. Мой колёсик, зайчик. Да. Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Border Collie Vlog. Сейчас у меня камера какая-то замазанная. Я уже отошла, вот наш бордер, вот наш 5-метровый поводок. Игрушка и корм. Все, идем гулять, как и обещала. Я успокоилась, можно идти гулять. Единственное, я не нашла ни одного поводка. Вероятнее всего, они все в машине. Ну, как обычно. Так что пришлось закрепить на водилку, чтобы не делать удавку. То есть, ну, это не водилка, это штука для номера телефона. Ой, сейчас покажу. Вот для вот этой штуки это цеплялка, чтобы он не ходил постоянно в поводке. О, стоп, я нашла поводок. Я нашла поводок. Ну тогда одеваемся. Стой, жди. Жди. Окей, стоп, сид. Стоп. И сюда. Сид. Идет немножко дождик. Ну для Лео такой дождик не страшный, без одевать не будем. Молодчина. Все, гулять. Идем гулять. Сейчас постоянно всю неделю обещают дождь. Ну, то дождь, то снег. Из-за этого вот такая погода. Вот такой прекрасный лед. И у нас что-то тут жгут. Дымовуха немножко. Ну, не знаю. Жечь что-то в такую погоду — это не самый лучший вариант. Кто такой умничка рядышком идет? Ой, красавец! Да! Ой, молодец! Ай, браво, мой хороший! Идем близко. Мы сейчас идем на дороге. С обочины, так как у нас проход вот завален, и нам надо дойти до зачищенного прохода. Иди ближе. Близко. Вот так, близко, умничка. Чш, поспокойнее. И нам надо вот дойти до туда. Дождик что-то усиливается, возможно, будут капельки на... экране, извиняюсь сразу заранее. С этим я, увы, ничего поделать не смогу. Только периодически проверять камеру и протирать ее. Все, гуляем. Дошли. Потом дойдем до этого поворота. Там будем дальше снимать. Сейчас людей нет. Это минус. Но плюс — поработать просто над понятием команды сюда. А потом я уже постараюсь выходить в то время, когда гуляют другие. Это обычно часов 6-7. Я обычно в это время просто работаю. Но бывают дни, когда я в это время не работаю. Так что посмотрим. Сейчас как раз попробуем эту команду. Вкусняшки я в руки не беру. Потому что если взять вкусняшку, собака как бы будет на вкусняшку. А он знает эту же команду. И нам тут чисто отработать. А вон там как раз идет собака. Сюда! Давай, быстрей. Не совсем. Умничка, прям красив. Мало сидеть, нет, фу. Смотри. Сидеть, умничка. Хорошо, сидеть. Окей, гуляй.
команда немножечко будет такая не быстрый подбег, потому что скользко, тупо скользко бежать. Насколько возможно, он бежит. Возможно, он может и быстрее, но а зачем, если он сломает себе, там, подвернет лапу? Оно надо мне, оно мне не надо. Как говорится, у меня нет сейчас даже 5 евро лишних. Даже сейчас на электричку я экономлю, чтобы кататься. А там пару центов-то надо. Что все, экономим. Вон там собака впереди, но они идут в ту же сторону, так что, блядь, все, мы не встретимся. Так, там уже, вон там наш поворот. И сразу отвечу на вопрос. Немножко шумновато у нас. Смотрите, какой водопад уже. Прям мега крутой водопад. Так как все тает, снег тает. И смотрите, какая красота вообще. Прям... Вы не представляете, сколько воды сейчас у нас там. Ну, капец. А летом будет снова микроручеечек. Здесь сможем ходить пешочком, переходить даже. Все, стало тихо. Насчет поводка. Пятиметрового. Кто как, конечно, гуляет, но я гуляю вот так. Я держу вот здесь. И в идеале, конечно, шлейка. Это прям шикарный вариант. Так как шлейка не запутывается вот так вот в лапах, как у него сейчас. Нам вот туда вот уже надо идти. У меня он тупо ерзает снизу. Я его не собираю, не сматываю. Он черный, прорезиненный, высыхает быстро. То есть, не, ну... Это не страшно, зато нам почистили проходик. Раньше мы по снегу проходили. Все, сейчас подзыв переходим. Ага, подзыв и переходим. Секундочку. Команда близко, это просто будь ближе. Это не команда рядом. Вот прям налево, направо и переходим спокойно. Ближе, ближе. Хорошо, близко. Умничка. Все, стой. Хорошо, стой. Молодец, стой. Разные мелочи я хвалю. Вот, например, стой, команд, стой. Хорошо, умничек. Ай, стой, жди. То есть он отработал ее сейчас без вкусняшки. И сейчас будет похвала не через вкусняшку, а через освобождение. Окей. Стоп. Спокойней. Чи это поспокойнее. Такое шипение. Оно используется в agility очень хорошо. Только он его плохо знает. То есть притормози, это называется, чтобы он немножко замедлился. Очень удобно, когда ты... Потому что окей, достаточно сильно возбуждает, а наоборот замедляет его. Хоть на нас это очень сложно показать, мы это плохо делаем. Нет, окей, хорошо делаем, а че мы плохо делаем? Это мне еще показала наша вчерашняя тренировка, которую я так и не засняла, не знаю. Сложно мне что-то agility снимать. Я постараюсь, я сделаю как-нибудь. Сделаю, но это как-то сложно. А погода у нас такая. Я в сапогах. То есть у меня, знаете, есть выбор. Теплые ботинки, которые промокают, или сапоги. Тут лучше у меня в сапогах. Так точно у меня не промокнут ноги. Холодрыга жуткая. Пойдем. Сюда. Бегом. Давай, 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 давай. Ай, молодец, сядь. Умничка. А мой косяк сейчас был. Жалко, что со стороны снять нельзя. Гуляй. Мой косяк был в том, что я сказала команду и засунула руку в карман. Что делать нежелательно. То есть, ой-ой-ой, блин, скользко капец. То есть мы подзываем, убегаем, собака садится, и тогда даем вкусняшку. Это на тот момент, когда собака уже знает эту команду. Когда мы только начинаем, конечно, вкусняшки в руке. А когда мы уже, собака уже выучила то, что сюда это сидеть вкусняшка, мы уже понемножку начинаем убирать вкусняшку. Это уже дело практики и дело... Ну, мне самой надо нарабатывать это себе. Себе в мозг врубить это. Сюда! Давай, 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 давай! Молодец! Сидеть! Яйц, умничек, супер. Ай, молчи. Стой. Сядь. Жди, там машина едет.
Сидим, ждем. Сиди, сиди. Сиди, сиди. Умничка, молодец. Гуляй. Я подумала, это собака, а он заметил машину. У нас очень классная, ну, команда работает «Жди». Это прям вообще шикарная команда. Мне она очень нравится, но сюда важнее. Вот так гуляем. Обычно он тут гуляет без поводка. И вы поняли, как, почему я Шицу не взяла с собой. Они все были бы мокрые и простыли. А Шелли нельзя простывать. Фаня и так, блин, вчера нагулялась, что потом сопли были. Что хватит. Пока рядом с домом, пока немножко не подтает, не подсохнет, будут гулять около дома. Шишка! Лео, шишка! Шишка! Ай, шишка! Классная шишка! А возьмешь еще одну шишку? Лео, шишка! Шишка! Бери шишку! Ой, молодец! Это такие небольшие развлекаловки. Развлекаловки. Я даже, знаете, я насчет поводка и рулетки. Я даже подумала пару раз, что, наверное, стоит взять рулетку. Ну, какая ему разница, рулетка или поводок? Типа, она меньше грязнится. Но потом думаешь, блин, эту тяжелую хрень надо таскать. То есть мне вот это, оно, ну, вообще не занимает места, оно не весит ничего. А рулетка, она такая тяжелая. Такая дорогая, она ломается. Думаешь, да ну нафиг. Лучше я там пару раз потрогаю грязный поводок и сэкономлю, и вообще как-то мне легче таскать, рука не устанет. Ё-моё мать. Я буду ругаться. Не очень хорошими словами. Потому что капец гулять сейчас. Просто жесть. Просто капец. И Лео при этом удобнее было бы с рулеткой. Ему вот в ногах не запутывается поводок. Потом думаешь, да ну его нафиг, реально. Да ну нафиг с такие мысли. У меня эта рулетка потеряется через пару дней. А стоит, блин, она 50 евро. Хорошая, качественная, которая не порвется. Так что да ну его. Эти мысли про рулетку не надо, они мне. Сюда! Давай! Молодец! Ой, ё, браво! Знаю, жопочки не при... Так, не-не-не, иди сюда. О, сюда бегом! Давай! Да! Нет. Вот, умничка, браво! Хорошо. Гуляй. Видно, что ему неприятно садиться. Он прям такой, ай, носит, не надо. Потому что для него не проблема сесть. В общем-то, он никогда не протестовал против этого. Просто сейчас очень мокрый, и жопу свою сажать на эту мокрую. Мокрый лед как-то не супер хочется. Из-за этого он так и протестует. Ну что, надо добиваться, что в любом месте сидеть. Еще будем работать дополнительно тем способом, которым я вам показывала. То есть на отвлечение, на какую-то раздражитель. Например, в виде еды для начала. Будем работать. А то это вообще капец не дело. И мне все-таки интересно, как он будет подбегать, когда нормальное покрытие, а не то, что у нас тут сейчас. Ух, ледышку отвалил. Для Лео задача. О, дошло. Я ему сказала, обойди. Как прорезать ту хрень, нам не получится. Дошло. Ай, ё-моё. Сегодня получается больше даже как оттачивание команды, чтобы он понял, что зачем делать, чем сама вот эта вот команда. Что я имею в виду, чем вот это вот, если отвлекается. И сегодня без раздражителей сегодня вот так вот. Но раздражители я буду понемножку добавлять. Сюда! Давай! Быстрее! Умничка! Ай, красавчик! Сидь! Куся! Сидеть! Молодец! Лео! Да, в глазки посмотрел! Гуляй! Глазки это тоже очень классное. То есть я называю имя, он смотрит мне в глаза.
Ну, как такое, часть, чтобы он сосредоточился на меня. Немножко видите, рассеянный. Ну, в общем-то, это не так страшно. Если мы будем постоянно над этим работать в течение месяца, например, то уже будут, конечно, большие результаты. Сегодня мы первый день, когда над этим работаем, ну, второй день. Вчера мы чисто дома повторили в комнате, а это как бы так, ни о чем. Так что полноценная тренировка уже сегодня. А здесь мы катались на лыжах. Вот называется, катались. Теперь фиг покатаешься. Уже до следующей зимы. Такая красота. Поздравьте меня, я только что грохнулась. Жалко, это не засняла, но все-таки я грохнулась. Это не по его вине, просто был немножко скос. Я на него наступила. Видите, здесь неровная поверхность. И я так копчиком долбанулся. Если не копчиком, а боком, бедром. Вот больше даже. Нет. Больно. Вообще по жизни я ничего никогда не ломала себе, так что не знаю. Реально, вот я сколько падала, как бы я ни падала, я никогда ничего себе не ломала. Лео, обойди. Пойдем. Уже боль прошла, все, уже хорошо. Но вначале было так, эти видео. Даже руку не поцарапала вообще, смотрите. Чисто будет синяк. Ладно, уже все хорошо. Но вначале прям такая жуткая боль, конечно, ужас. Сюда! Бегом, бегом, бегом! Сюда! Давай, 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 давай! Сюда! Умничка! Кси! Браво! Ай, браво! Видите, вообще не знает эту команду, считайте. Молодец! Супер! И поменяла, видите, еду на еду на игрушку. Хорошо. Хорошо. Давай. Иди гуляй. Иди гуляй. Отдай игрушку, иди гуляй. Лео, Куся. Дай, иди гуляй. Иди гуляй. Ой, иди гуляй. Иди гуляй, гуляй. Игрушку я засовываю в карман. Чтобы он не видел эту игрушку у меня в руках, а то он будет бегать как бы ради игрушки. Не потому что это команда, потому что у меня в руках игрушка. И он может это связать, что есть игрушка, бегаем по команде. Что вначале мы делаем команду, а потом даем игрушку. А то будет потом как с вкусняшками. А у меня в руках вкусняшек нет, а он не работает. Так же может быть с игрушкой. Так что вначале команда, выполнение команды, похвала и игрушка. О, бля. Ну, долбанулась я знатно. Видите, как река сошлась. Вообще она очень узенькая, очень маленькая. А сейчас прямо растеклась. Вау. Вау. То есть там вот, где эти деревья, там не должно быть воды. Здесь должна быть земля. Пошли гуляй. Сейчас будем ждать, пока он на что-то отвлечется. Но сейчас вот он, видите, прошлый подзыв, он отвлекся на запах. И запах ему был интересен, чем подзыв и игрушка. Точнее, он не знал, что будет сейчас игрушка, но ему было интереснее, чем вот какой-то корм. Сюда! Да, давай! Браво! Молодец, умничка! Ай, хорошо! Куси! Ай, браво! Куси только игрушку! Куси, хорошо! Вот, умничка! Вот сейчас было очень красиво, но видно, что он знает, что будет игрушка. Молодец! Ложись! Хорошо. Давай. Хорошо, все. Отдай, иди гуляй. Все, иди гуляй. Иди гуляй. А сейчас я буду немножко мониторить. То есть давать и игрушку, и вкусняшку. И игрушку, и вкусняшку. Чтобы вот этого не было заикания, что игрушка. Я знаю, что у тебя есть игрушка, так что я прибегу к тебе. Ты зовешь, сейчас будем играть. Это, конечно, хорошо, это классно на первых этапах. Но потом понемножку от этого надо отказываться. То есть приходить за игрушку, это, конечно, круто. Но он должен приходить не потому, что потом будет игрушка, а потому что было слово. И довести вот это вот до автомата. Из-за этого я сейчас буду немножко менять, то есть... Пока щенок, конечно, мы каждый раз даем там то, что ему больше всего нравится.
или игрушка, или вкусняшка в течение пару месяцев, только так. Так как он, в общем-то, эту команду знает, я хочу ему объяснить, что ты должен подбегать. Ты должен просто подбегать. Команда, подбегаем. Потом я сделаю что-то прикольное для тебя. А что, уже как бы решу я. Так что сейчас будем и вкусняшку, и игрушку. Пойдем гуляем. Гуляем. Буду менять и то. Но дождь, конечно, сегодня какой-то прям жуткий-жуткий. Лужи! Ха-ха-ха, сапоги, это круто. Я так рад траве, наконец-то. Уже так, видите, сам обходит. Он сам знает, что вот, если застрял, надо обойти. О, ё-моё, какая красота. Сейчас сморозила небольшую, как бы, сложную речь. Но что я имею в виду? То есть, когда щенок, когда мы только учим эту команду, конечно, мы хвалим всем подряд, что ему нравится. То есть, мы объясняем собаке, что если там ты будешь подбегать, у нас будет прикольно и весело. Когда собака уже знает это, когда ты прошел этот этап, то я буду сейчас больше хвалить как бы игрушкой, чтобы у него появилась вот эта веселая мотивация прибегать. Но также я буду периодически давать ему вместо игрушки вкусняшку. Это не обман, я тоже его похвалила. Просто я такой человек, которого, ну, не может быть, не быть ничего. И я, возможно, могу просто, ну, хочу довести до того, что, ну, вот нет ничего. Ты придешь, и я тебя поглажу. Это, конечно, не постоянно. То есть в основном у меня есть что-нибудь, что похвалить веселого. Но вот бывает там корм, не совсем, ну, корм, например, это не совсем то, что прям ему мега нравится. Для меня самое главное довести до такого, что в любой ситуации он разворачивается и прибегает. А я его за это хвалю. И, увы, хвалить не всегда получится, вот как в прошлый раз. У меня не было ни еды, ни игрушки, ничего. То есть был вариант шапку, например, снять. Или за рукав дать покусать, как вариант. Ну, возможно, если есть под рукой палочка. И вкусняшки у меня не было. То есть, единственный вариант, который я могла его похвалить, это погладить. Голосом похвалить, погладить. И отпустить. Сюда! Да, давай! Браво, давай, молодец! Давай. Сидеть. Вот он сейчас хочет игрушку, например. А я говорю, молодец, умничка, ты браво, гуляй. То есть он прибежал сейчас слабенько, не так, как хотелось бы, там весело, резво. Из-за этого я похвалила его вкусняшку. А если бы он сейчас прибежал ко мне мега классно и резво, я бы дала бы с ним, ну, я бы поиграла с ним игрушкой. Ну, короче, вот так как-то я хочу работать с ним. Посмотрим, что из этого выйдет. Я это еще не пробовал. Но я думаю, что это, ну, неплохой вариант.